Здорово, народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets, и вы посмотрите, ребятки, что я сегодня для вас припас. Это самый заряженный флагман от компании Samsung на момент выхода данного видео. Быть может, когда вы будете смотреть этот ролик, сейчас будет совершенно другой флагман уже самым заряженным. Так вот, это Samsung Galaxy S24 Ultra. В общем, девайс идет, как всегда, в максимально минималистичной картонной коробке черного цвета 21 века, которая уже сразу намекает нам на то, что кроме смартфона, скорее всего, там шиш. Ну, это традиционно от компании Samsung. Я не рассчитываю, губу не раскатываю, никаких супер-мега аксессуаров я, разумеется, от него не жду. Мне нужен только сам смартфон. Кстати, приобретал его в местном магазине. Как всегда, мой взор пал на магазин Cifrus, потому что, ну, я просто, как всегда, вам, ребятки, советую перед покупкой любого смартфона сравните цены во многих магазинах. Все всегда надо наглядно, так сказать, своими ручками, глазками просмотреть. И, в общем, получается так, что вот этот аппаратец был в среднем дешевле практически на полтинник. Да, то есть он в Цифрусе, когда я брал, был меньше сотки, а если посмотреть по другим магазинам, там чуть ли не 150. Разумеется, от города к городу эти цены будут немножко отличаться, но разница была просто невооруженным глазом видна. Плюс ко всему, в Цифрусе я уже заказывал, ну, мои постоянные зрители не дадут соврать, большое количество девайсов, там и смартфоны, планшеты, ноутбуки и так далее для тестов и обзоров. В общем, если вас заинтересует данный аппарат, да, в принципе, любой другой, опять же, ссылочку на данный девайс я оставлю в описании. Под этим роликом всегда чекайте и делайте покупки с умом. Ну а мы правильно приступаем к вскрытию. Погнали! Хопа, вот так вот выглядит наш сегодняшний герой. Ну, разумеется, я его уже распаковал. После того, как получил такие дорогие вещи, я все равно распаковываю в первую очередь, смотрю, все ли доехало к нам в целости и сохранности. Но, в целом, так сказать, тут кроме смартфона-то и нечему теряться. Так, вот он, наш красавец девайс Samsung Galaxy S24. Ультра-версия в титане он вроде как должен быть. Но, честно говоря, я не эксперт в области металлов, поэтому для меня вот это просто подарок. Ничего нет, абсолютно. Так, ладно, в общем, смотрим. Вот тут у нас скрывается вся дополнительная комплектация к данному смартфончику. И первым делом, и последним, скорее всего, нас может поприветствовать USB-C кабель. Так сказать, спасибо, что живой. Ну, спасибо, что в коробке вообще есть это USB-C на USB-C. Так что у вас должен быть блок тоже с поддержкой USB-C выхода дома. Далее у нас идет скрепка для извлечения SIM-лотка и набор фирменных, максимально интересных, тонких инструкций. Все, вот и все. Вот вам Uber Ultra флагман от компании Samsung. Ну ладно, в принципе, каждый раз об этом говорю, но хотелось бы что-то более живое видеть в комплекте поставки со смартфоном за сотен. Что касается дизайна, то, ребятки, разумеется, тут все максимально традиционно. Наверное, с 22-й линейки вот эти вот круглики глазков основной камеры практически вовсе не меняются. Им там вот этот кантик чуть-чуть добавляют, то жирнее, то худее и так далее. А так, в визуальном плане они, конечно, с предшественниками, ну вот эта вся линейка Ultra очень-очень похожа. Ну, там сейчас начнете писать то, что рамки, другие и так далее. Сейчас мы сравним. У меня есть 22 Ultra, уже год им пользуюсь. Ну, мне, в принципе, окей, машинка интересная получилась. Ну, а сейчас давайте-ка доберем все ненужные транспортировочные пленки, знакомимся с экстерьером нашего сегодняшнего героя более подробно. На лицевой стороне Samsung Galaxy S24 Ultra находится довольно крупный дисплей, теперь с практически вообще, ну, непокатыми гранями, он прям, ну плоский, елки-палки. Так вот, он у нас на 6,8 дюйма, 120 Гц. Так, есть тут у нас отверстие под глазок фронтальной камеры, ну и есть небольшая прорезь под разговорный динамик. Справа мы найдем качельку регулировки громкости и кнопку включения. На левой же грани только титан. Сверху два дополнительных микрофона для шумоподавления. На нижнем же торце, в свою очередь, есть слот под установку двух сим-карт. Так, есть основной микрофон, USB-C разъем, прорезь динамика громкоговорителя, а также, да, эта кнопка, это стилус, он никуда не убежал, так что, в принципе, можно выдохнуть спокойно. Вынимается, опять же, простым нажатием, выскакивает легко, вот так вот он выглядит, можете посмотреть, ну и вставляется тоже не менее сложным движением. Кстати, любой из сторон. Ну и на тыльной стороне этого титанового преемника поколений, в общем, находятся, как всегда, 5 глазков, в недрах которых у нас скрывается 1 камера, 2 камера, 3 камера, 4 камера, а также 2 датчика. Ну и по центру такая скромненькая вспышка. Далее, за пределами глазков, конечно же, логотип Samsung. Так, ребятки, пришло время строчить комментарии, как вам внешка нашего сегодняшнего героя. Да, сегодня этот вопрос звучит максимально по-дежавюшному, потому что, ну, я спрашивал это 22-е, когда ультры мы разбирали, потом 23-ю, 24-ю, и на самом деле прям каких-то кардинальных изменений нет. Есть
по мелочи, косметика, чуть-чуть другие, ну, разумеется, другие материалы корпуса у нас тут используют, титановый корпус, но гнаться за ним прям хочу, ну, я не знаю, я вообще за этим делом не гонюсь, у меня смартфон всегда в чехле, без чехла он же все равно сосется просто, ну, даже в титан, я думаю, даже титан вот это покоцается все равно от падений, там, от шорков и так далее, я вот не знаю, я никакому металлу и так далее не доверяю, вот будет алмазный, тогда поговорим, вот это будет тема, а все остальное я все равно буду использовать в чехле. Ну, я такой парень аккуратный, стараюсь максимально, чтобы смартфончики были целые и невредимые. Сейчас я вам докажу. У меня же есть 23-я ультра, вот, и она прям нульцевая. А вы помните, я распаковывал ее когда? Где-то, ну, год назад тоже брал в Цифрусе. В принципе, кто не смотрел ролик про нее, обязательно посмотрите. Там все тесты, там тоже знакомство и так далее. Ну и вот, пишите в комментариях, какой вам дизайн нравится больше. Старый, так сказать, или новый, трендовый, какой-то неповторимый. Ладно, шучу. Вот этот паукофон с его большим количеством глаз, мечта трипофоба и так далее. Ладно, на самом деле все смотрится вживую довольно-таки, ну, неприкольно, что, я не знаю, какое слово подобрать, просто норм, просто окей. Смартфон такой породистый, увесистый, что этот, в руках они ощущаются одним и тем же смартфоном. Тут нет титана, тут есть титан. На ощупь, ну, честно говоря, опять же, на уровне самовнушения титан как-то чуть-чуть пошероховатее, что ли, самую малость. Тут просто крашеный металл. Кстати, не облез за год, но справедливости ради я его таскал в чехле. Что касается остальных моментов, ну, вот тут я еще заметил, что сверху тут два дополнительных микрофона, а тут один. Возможно, качество звукозаписи выросло, хотя в целом на 23-м я не скажу, что он записывает звук плохо. Один из лучших рекордеров по качеству звука на смартфон. Тут, ну, хотя бы так же или с плюсом, я буду только рад. А во всем остальном тут ничего нет, тут так, так, тоже чехлы. Ребятки, сразу говорю, чехлы я примерял. Вот у меня тут есть такой чехольчик, с которым я таскал 23-й. И скажу так, помещается. Прям тютя в тютю, немножко шире тут глазки камер. Но если резиновый чехол, вот этот набалдашник, вот смотрите, как вот здесь вот резинка стоит. Она прям клац-клац, обжимает камеры, и все окей, все подходит, можно пользоваться. Но, думаю, так прокатит не со всеми чехлами. Есть какие-то жесткие, прям, быть может, придется напильничком подработать или купить новый, да? Скажет, да что ж ты такое, с 23-й, с 24-й ультра и экономишь. Ну, не знаю, мне тут чехол зашел, я сейчас посмотрел чехлы на этот, что-то не нашел такого прикольного. Ладно, в общем, ребятки, что еще? Да, в принципе, нечего тут добавлять, они очень-очень похожи, застой и так далее. Ну, в принципе, у купертиновской компании все то же самое. И еще у меня есть такой вот смартфон-камерафон, это Honor Magic 6 Pro, недавно мы его тестировали, сейчас будем сравнивать с Samsung Galaxy S24 Ultra, обязательно посмотрите, на днях выйдет большой сравнительный обзор там по всем пунктам, но в основном, конечно же, по части камер, потому что Honor по части камер так неплохо стрельнули вперед, это действительно очень-очень интересная камера получилась в девайсе. Ну, я уже делал обзор, разумеется, посмотрите, но тут еще есть Snapdragon 8 Gen 3, другие фишки и плюшки, ну, это полноценный флагманский современный смартфон с бумажной текстурой. Разумеется, это, быть может, не для всех, но эффектно, прикольно и даже интересно, я бы сказал. Ладно, в общем, ребятки, обзор есть на канале, обязательно посмотрите. И будет битва этих смартфонов. Так, ладно, в принципе, что? Да ничего такого супер-мега интересного я тут больше не расскажу. Грани стали чуть поострее, но вот это чуть спилено, я бы так сказал. То есть в руку не впивается. Учли некоторые моменты купертиновской компании. Ну и давайте-ка запускаться. Сейчас проходим все необходимые быстрые настройки и продолжаем. Ну что ж, ребятушки, продолжаем наше знакомство с Samsung Galaxy S24 Ultra. Итак, запустился я, пройдены все настройки, и даже, если честно, я успел немножко его потестировать, походить с ним и так далее. Так, а ну не тухни. В общем, нас встречает... меня встречала немножко другая версия прошивки, потому что прилетела обнова, там практически на гигабайт, что-то там кардинально не поменяли, изменили. Ну а так, это все тот же One UI, что мы будем голословно. Давайте-ка мы как раз-таки отправимся в настройки о нашем сегодняшнем герое. Я еще раз чекну, может быть, что-то прилетит дополнительно сейчас. Потому что обнов прилетает много. Нет, вы пользуетесь максимально последней версией. Итак, смотрим, кстати, версия One UI 6.1 на 14 максимально актуальном андроиде. На момент просмотра вами данного видео, разумеется, оболочка уже может отличаться, потому что все вы будете смотреть в разное время. Если, так сказать, во время выхода ролика, то вот это максимально актуальная версия прошивки. Ну и давайте-ка еще зайдем в сведения о нашем сегодняшнем герое. Итак, это Galaxy S24 Ultra. Ну вот, собственно, и все. Тут ничего, на самом деле, полезного, ну, информативного нет.
поэтому вся техническая информация всегда будет продублирована прямиком под этим роликом, все технические характеристики нашего сегодняшнего подопытного. В целом, ну, опять же, экранчик изменился, но не скажу, что он какой-то другой по восприятию. Мне кажется, чуть-чуть более в теплые тона. Я все эти трутоны поубирал, разумеется. Вот, можете сами все это видеть. Повышенную яркость сейчас отключил, она нам не нужна, потому что экран тут и так самый яркий в классе. Это факт. Я сравнивал, опять же, с многими топовыми смартфонами его предшественника. А тут, я уже с предшественником сравнил, опять же, экран, они по яркости просто идентичны. Тут еще какая-то поверхность интересная, хитрая есть, которая вот эти блики убирает с экрана, если там солнце светит, там еще что-то и так далее. Но, честно говоря, я сейчас выходил в погожую погоду, как бы тавтологично не звучало, но что-то я никакой разницы особой-то и не заметил, чтобы как-то акцентировать на этом внимание, типа какая-то крутая фишка, но по факту, я не знаю, может быть, только при лобовом сравнении с обычными смартфонами, ну, с обычной, так сказать, поверхностью. Адаптивная плавность экрана нельзя принудительно прям выставить, чтобы 120-120, либо стандарт, опять же, либо адаптивная 120 Гц, будет поддерживаться высокая герцовка непосредственно в приложениях, которые поддерживают ту самую высокую герцовку. Тут все как всегда. Ну и разрешение экрана тут аж 3120 на 1440 точек UHD+. Называется, в принципе, можно поставить Full HD, немножко будет экономнее расходоваться заряд батареи, поставить черную тему и будет жить, я думаю, так процентов на 15 дольше, чем если все выкрутить прямо по максимуму. Но высокую герцовку убирать я тут не собираюсь. Все-таки при 60, ну какой это флагман, если он будет на 60 Гц. В остальном тут очень-очень много всевозможных дополнительных поднастроечек. И я еще что хотел посмотреть, это, секунду, сравнить его с предшественником. Вот, идентичные условия я выставил полностью на обоих экранах, одинаковые обоины и все дела. А, вот, как вы можете заметить, по цветопередаче и так далее, вроде как очень-очень похоже. Быть может, камера все это дело немножко передаст по-другому, но на глаз практически идентично. Единственное то, что чуть-чуть мне показался лично вот тут прям самую-самую малость теплее экран, чем на предшествующей модели. Что касается вот этих углов закругленных, то на самом деле рамки, я не скажу, что они тут стали больше. Они и тут есть, и тут есть. Они не самые тонкие среди флагманов, это однозначно, спору нет. Такой вот квадратный дизайн, если честно, мне, знаете, к кому относит? Если еще камеру спрятать, то это нуби. Прям очень похоже, можно будет в геймпады засовывать, прям чисто смартфон-экран. Для геймеров это плюс, но хотелось бы, конечно, активную систему охлаждения, еще какие-нибудь хитрости там геймерские и так далее. Тут нет, это все-таки, ну, обычный такой флагман, без каких-то свистоперделок и так далее. У нас и тут получается AMOLED 2X, и тут AMOLED 2X. Это вот новая самсунговская матрица. Фронтальные камеры, кстати, вот фронталочка получается поменьше у новинки. И вот сейчас я смотрю. Да, действительно, видите, как блики убирает. Вот тут заметно, вот на улице. Я, кстати, не придал этому значения, потому что там было палящее солнце полуденное и как бы просто молотил экран на максималках, было видно текст. Samsung это вот эти вот ультра единственные смартфоны, даже если вот сравнивать, например, с Xiaomi 14 серии, тоже крутые флагманы, спору нет, но там, конечно, по яркости максимальной ребятам нужно работать, потому что максимальная яркость комфортная для управления, так сказать, в полдень, летом, а у нас на Кубани это однозначно что-то типа такого. Еще есть Honor Magic 6 Pro, у него тоже пиковая яркость прям такая хорошая, 5000 нит. Ну и да, блин, а серьезно, да, сейчас откручу, видно, как сильно большая разница, да, тут текст прям пропадает, а тут он остается вот читаемым. Кручу, верчу. Не, прикольная фишка, вот сейчас вот, так сказать, если вы снимаете в студии под лампами, да, это прикольно. Так, ну и в целом, опять же, рамки и так далее, они прям в руках один и тот же девайс ощущается, единственное, за счет этого титана. Ну, мне чуть-чуть поприятнее, но это, опять же, на уровень самовнушения. Я все равно одену чехол, все равно одену чехол, мне все равно будет на это дело. Так, давайте-ка наболтаем яркость на максимум, вот она. Напомню, у меня тут два зонта, в каждом по 4 лампы кукурузы, по 60 ватт, здоровенные, все на максимум, ISO прикручено на камере. И все равно это действительно очень-очень яркий дисплей. И это не максимальная яркость, потому что у Samsung есть такая интересная особенность. Можем в настройках повышенную яркость включить, и добавляется еще где-то 15-20% к общей яркости. Ну, блин, да, это опять же одно из первых мест всего, что я лично тестировал. Быть может, есть и более яркие дисплеи, но я сравнивал и с 15 Pro Max айфоном. На Samsung мне действительно дисплей показался ярче и так далее, с пикселями. Ну, нет, действительно, ну, тут
мое почтение. Экран действительно неплохой. Что касается шим, но мне кажется, шим у Samsung все-таки с этим не так круто, как у многих других производителей. Тут не 4000 там и так далее. Но вот пытаемся словить на камеру. Если словит, значит что-то есть. Если не ловит, ребятки, то на глаз тоже. Это словить невозможно будет. Но вот даже на E23 пользовался сколько? Ультра и... Да никаких проблем не было, чтобы глаза там болели и так далее. А я, на самом деле, довольно чувствительный к этому моменту. Поэтому, ну, я думаю, тут все-таки уже дисплей нормального уровня, что он не будет бить по глазам. Так, ну а тут с дизайном, это One UI 6 версии, 6.1, тут все, конечно же, перерисовали. Но у тех, у кого Samsung актуальные, думаю, видели эту оболочку уже и смотрели. Так, ну что ж, больше, наверное, рассказывать вам тут нечего. Это все-таки у нас первое знакомство, тест и так далее. Давайте сейчас как раз-таки приступим к тестам. Поставлю себе тест Antutu, прогоню его разиков 5 и посмотрим, что же он нам выдаст. Ну и в Antutu 10 версии барабанная дробь, ребятки, пристегните ремни покрепче, Samsung Galaxy S24 Ultra на, кстати, кастомном чипе, разогнанном до 3,4 ГГц, обычно работает на частоте 3,3 ГГц, ну, Samsung, как всегда, можно сказать, выпендрились и заказали себе собственный Snapdragon 8 Gen 3, так вот, аппарат набирает 2 192 065 очков, что соответствует... обычным, так сказать, ну, хорошим результатом для классического Snapdragon 8 Gen 3. То есть, ну, вот это вот соточка мегагерц на пиковое ядро, ну, я не знаю, зачем это. Может быть, маркетинг, но по факту мы получили примерно плюс-минус то же самое. Да, это флагман, да, это максимальные, так сказать, показатели, очень крутые показатели, практически 2 миллиона 200 тысяч очков. А сейчас рекорд миллион, ой, если не изменяет память, 2 миллиона 300 там с копейками на IQ Neo 9 Pro, на Dimensity 9300. Скоро там его перебивать будет. Новый чип, кстати, выходит интересный. Уже через месяц вроде как. Посмотрим, что они там выйдут. Это медиатеки должны там с приставочкой плюс дать еще более злого, ну, монстра. А тут же, напомню, Snapdragon 8 Gen 3 с небольшим бустом по части, ну, по частоте. Как бы это забавно не звучало, но какого-то прям прироста я, опять же, не получил. А результаты, ну, нормальные, адекватные, хорошие. Для повседневки этого точно хватит. Да и для игр тоже. Плюс ко всему, то это... полностью плоский экран теперь, многим геймерам больше зайдет. Единственное, что вот эта дырень, но она стала меньше. Если вспомнить, что у нас Asus ROG Phone тоже с дыркой стал, елки-палки. Я больше всего, у меня горело, я полыхал. Ну, блин, Asus, ну елки-палки. В принципе, уже привык, тоже с ним хожу, катаю. Да уже, блин, ладно, что уже поделать. Только Nubia спасают. Но они, блин. 120 Гц. Nubia, елки-палки, сделайте уже, блин, 165. Я знаю, это не во всех играх, далеко не во всех играх надо, потому что везде 120, там, локи и так далее. Но, ну, прикольно же было бы. Это все-таки графон должно быть. Частота повыше, больше, выше, сильнее. Так вот, давайте сравним с предшествующей моделью. Это у нас Samsung Galaxy S23 Ultra на дракончике, тоже Snapdragon 8 Gen 2, тоже вот эта буст-версия, тоже с высокими частотами, чем на обычной. И получается то, что вот, ну, это не самый лучший результат. По максимуму у меня было практически 1 миллион 700 тысяч очков. Это такой один из самых, ну, чуть ниже среднего. Вот так вот. Потому что результаты скачут. Минимум был 1 миллион 580 тысяч вроде. Тут же тоже 2 150 было по минимуму и 2210 по максимуму. То есть, ну, неплохие результаты. Ничего сказать плохого, опять же, не могу. 99 пользователей мы обошли. То есть, IQ Neo 9 Pro мы не обошли, да. Так вот, ну и по процессорной части, ну, не супер капитальный, но все-таки прирост по графике, наверное, самый большой, по памяти, по UX, ну и, собственно, наверное, все. Так, ладно, ребятушки, надо тестировать этого злого монстра. В общем, давайте-ка дружно гуртом наберем под этим роликом, а давайте 1500 больших пальцев вверх, я отправлю нашего сегодняшнего героя на большую тотальную прожарку во всех современных играх с FPS, нагревом и тротлингом. А теперь, по традиции, музыкальная пауза. Так, что ж, самое главное, что наш сегодняшний герой получил полноценное стереозвучание. Хотел бы я сказать, но на самом деле тут один динамик громкоговорителя находится здесь, по классике, снизу. А тут у нас только разговорный, который выполняет роль второго динамика громкоговорителя. В принципе, баланс, я бы сказал, бы очень близкий к 50 на 50% по громкости звучания. Но все-таки вот этот чуточку погромче, этот чуточку потише. Ну, блин, Samsung, топовый.
новый флагман, можно поставить еще один динамик дополнительный громкоговоритель. Было бы просто хорошо, просто отлично. Но не могу его ругать, потому что звучит он неплохо. У него вполне себе такие сочные низы, есть середина, то есть ничего не проваливается. Верх без песка, мусора и так далее немножко преобладает, мне кажется, в некоторых композициях. Я уже, разумеется, послушал его. Но в целом, я бы сказал, баланс есть. То есть, если вы какой-то супер-мега-аудиофил, то, ну, Acer ROG Phone 8 поколения тоже вам не могу тогда советовать. Не знаю, какой смартфон вам тогда посоветовать, если вы аудиофил, который слушает музыку на смартфоне, вот так ходит с ней и так далее. Ну, мой выбор тут купить хорошие наушники. К сожалению, разъема 3,5 мм шиш тут нет. Придется по Bluetooth, а Bluetooth с хорошими, так сказать, параметрами по звучанию стоит не копейки тоже. И их очень мало. Есть, которые стоят дорого, но которые из себя ничего ровным счетом не представляют по звучанию, к сожалению. Ну, мир такой. Ладно, в общем, ребятки, в плане звука поставлю ему зачет, но прям 5 с плюсом, там куда-то лезть дальше не стану. Нормальное просто звучание такое стандартное для флагманов. Ну, вот так скажу. Да и из средних, наверное, из среднего ценового сегмента звучат многие не хуже точно. Итак, давайте-ка послушаем его, попробую передать, как звучит. Но, разумеется, все мы слушаем на разной аппаратуре, через петличку, в рекордер и так далее, обработка. Ну, я все улучшайки отключаю во время того, как прослушиваем мы, собственно, телефоны и так далее. Напомню, версия на 512 гигов, как по мне, самая такая актуальная для такого монстра с его с весом его фотографий здоровенных на 200 мегапикселей. Ну и давайте попробуем заценить. Включаем нашу композицию из библиотеки YouTube. Оценим. Итак, следующий момент, это, конечно же, камеры, гвоздь программы, потому что ультры всегда считались камерафонами. Итак, фронталка у нас прямиком в дисплее, довольно-таки скромная по современным меркам, на 12 мегапикселей. Если мне изменяет память, точно такой же сенсор ставился и в предшествующей модели Auto в 22 Ultra, там какой-то хитрый был датчик на 44 мегапикселя, он мне, кстати, понравился, жалко, что они его выпилили. Так вот, следом у нас идет основная камера, главный сенсор находится здесь, он на 200 мегапикселей, вроде как новое поколение с оптической системой стабилизации сенсора. Должен быть. Ну, в предыдущем тоже с оптической, просто вроде как маркировка сенсора изменилась. Есть еще 50-мегапиксельный, вот он, оптозум пятикратный. Да, это вот это новшество, 10-кратный выпилили, поставили 5-кратный, но увеличили количество мегапикселей. Так, есть у нас, ну, честно говоря, десятка, я десяткой никогда не пользовался. Там пару раз, для подсъемок и так далее, на улице там, вообще меня не пользовался. Может, что-то где-то, но 5. Дальше идет 3, вот этот, кстати, диапазон мне больше всего и нравится. 5-3 и до 10, дальше я даже не стрелял, потому что все остальное мыло. Еще раз напомню, 5-кратный оптический зум 50, потом спускаемся, идет ширик на 12 мегапикселей и 10-мегапиксельный 3-кратный зум. И также еще 2 датчика. Вспышка такая скромненькая, на самом деле, надо уже что-то другое сюда ставить, если честно. Так, переходим в приложение камеры, тут нам все тоже давным-давно до боли знакомо по предшествующей модели, они тут особо ничего не убирали и не меняли. Ну, может быть, и так, чисто косметически что-то куда-то перенесли. Дополнительные настройки, вот их тут куча всевозможных интересных. И вообще, в плане всевозможных настроек видео, мне Samsung прям понравились. Там есть кастомный режим, и они прям вообще там все отстраиваются практически как на Sony. На Sony самая гибкая камера вот эта вот. Но вот снимает Sony, мне не очень нравится. Samsung поинтереснее снимает. Так, что у нас есть? Ну, тут переключение, вот 200 мегапикселей, кому нужно. Но, опять же, в условиях с достаточным освещением лучше пользоваться. Так лучше либо 50, либо 12. Этого хватит. Так, далее меня интересует видеозапись. 4K 60 кадров в секунду, 8K 30 кадров в секунду. В принципе, окей. Опять же, X
кстати, добавили, в отличие от предшественника, можно еще и на автозум пятикратный 8K 30 кадров в секунду. Да, знаю, этим пользуются не все, но вот я лично пользуюсь, когда снимаю там видосики и так далее. Кстати, многие обзоры сняты на 23-ю ультру, теперь будут на 24-ю снимать. Expert RAW Pro, профессиональное видео, ночь, еда, панорама, гиперлазеры и, в общем, куча всевозможных режимов. Самое интересное — это профессиональное видео для меня. Так, переключение на широкий угол, основная камера. И смотрите, тут есть в основных настройках, а этого нет, только в Pro камере 4K 120. Было бы круто еще 8K тут добавили, видите, 24 киношный режим, было бы еще 60, вообще пушка. И тоже на два объектива можно, но вот что мне интересно, это Ultra HD 120 кадров в секунду для медленных проводочек там плавных, где-то, знаете, где на улице там снимаю и так далее, пользуюсь как раз таки этим режимом. Правда, в случае с 23-м, когда я на него снимал, там было только 60 кадров в секунду. Надо посмотреть, может, тоже завезли эту настройку. И тут все ручками более подробно, детально выставляется фокус, там экспозиция, балансы белого и так далее. Так, возвращаемся сюда. Что еще? Есть портретный режим. Ну, честно говоря, портреты Samsung делает средние. Неплохие, но я бы сказал, они такие вот не самые крутые, средние. Лучше всего портреты, как по мне, делает это Huawei P60 Pro, прям классный. И еще портреты классные делает Ultra 13. Я надеюсь, еще и 14 протестирую, скоро посмотрим. Ну и все. Ладно, ребятушки, в общем, выходим на улицу, берем нашего сегодняшнего героя за пазуху. Еще, наверное, парочку снимков для сравнения возьму, сделаю еще и на 23-й. И посмотрим, как же он снимает. Тест записи видеокамеры смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra. Так, ребят, в общем, выставил я максимально доступные настройки для видеосъемки. Это у нас получается 8K 30 кадров в секунду, не 24, именно 30. Так что, в принципе, можно вполне себе комфортно снимать. Плюс, опять же, скажу то, что у нас есть неплохая система стабилизации. Тут она и отключаемая, и встроенная, то есть оптоста присутствует. И можно включить еще дополнительно электронную, чтобы прям вообще было все максимально стабильно. Но, как по мне, и так качество стабилизации вполне себе неплохое. Идем обычным прогулочным шагом, и вот такую картинку мы получаем. Так, давайте-ка еще, наверное, подлетим с ним что-нибудь в макро. Ага. Перефокус. Давайте-ка еще раз макро. И еще раз на горизонт. А теперь, ребят, 8K 30 кадров в секунду, но на пятикратный оптозум. Вот так снимает камера. Получается, также можно поснимать 8K. Это круто. Еще бы на ширик. Я знаю то, что Xiaomi 14 Ultra может еще и на ширик снимать 8K. И давайте попробуем еще с зумом поиграться. Будет тут вообще увеличение? Да, есть до 10 крат по итогу. Но качество в целом остается приемлемым. Возвращаемся обратно и переходим на другие режимы съемки. А сейчас я переключился на 4K 60 кадров в секунду. Можно сказать, уже в современных реалиях максимально мейнстримно-народное разрешение. И мы снимаем на широкоугольный объектив. Позиции я не менял. Точно та же точка. Стою там же, где снимал на пятикратное увеличение оптическое. Можете оценить, насколько шире стал угол. Так, в общем, давайте-ка сейчас поиграемся с зумом. Переключаюсь на единицу. Основная камера у нас сейчас снимает. Ну, стаб, разумеется, на всех объективах присутствует. Погнали дальше. Тройка. Вот он, следующий объектив. Можно переключаться плавно, можно на клавишу. Я сейчас на клавишу, обратно полетим плавно. Пятерка. Вот он, опять же. И десятка. Тут еще есть десятикратное гибридное увеличение. Давайте попробуем дальше погнать. До куда дойдем? До 20 крат.
такое качество у нас, 20-кратное увеличение, гибридное получается. Неплохо. Так, и теперь, как и обещал, давайте аккуратно, плавно назад. Смотрим, как переключается. Ну и вот так снимает нас основная камера нашего героя. На ширик ушли. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идется на переднюю камеру Samsung Galaxy S24 Ultra. Тут я тоже постарался выставить максимально доступные настройки для видеосъемки. Это у нас получается 4K 60 кадров в секунду. Все по максимуму. Опять же, можно выбирать угол, немножко шире, немножко уже. Все выставил на максимум, как я уже сказал. И вот такую картинку получаем. Смартфон держу на вытянутой руке. Можете оценить попутно и максимальный угол захвата изображения. Тоже есть система стабилизации, но и такая картинка на фронталку. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, прожимаем колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. Также посещаем все наши социальные сети, наш YouTube, ProTube, IndexZen, группа ВКонтакте, конечно, сообщество Telegram, где видеопосты с самыми крутыми ценовыми скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов, так, разумеется, и китайских интернет-магазинов. Всем еще раз огромнейшее, ребят, спасибо за внимание и поддержку, видео лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно топовых годных гаджетов и до новых встреч!